Здрасте. У нас тут перестановочка. Да. Пока выключишь, него не обращать. Ни хюрем, султан. Ну, готовить умею. Ой, я устал. Я сейчас упаду, я просто. Я это... Ну, показать, как у нас тут перестановочка. Тут половичок вижу, все. Шестое чувство, какой-то фильм вчера смотрел. И потом мы «Шакал» смотрели. «Шакал» интересный. Очень советую. С Брюсом Уиллисом и как его этого? Седого. Ой, мне сейчас голова не... Красотка, короче, он снимался фильм. Не Кевин Костнер, а как-то. Ой, блин. Короче, Вася сказал «Гудбай». Его уже не вылезет, похоже. Не Мел Гибсон, не Кевин Костнер, а как его. Не Пит Броссон, а как его зовут? Ричард Гир. Ричард Гир, ёка. Вот у меня память. У меня её нет. Так, пойдём показывать. Так, вот, аккуратно. Покажи, как ты кровать раздел её большую. Да, а то у меня спина говорит гудбай. Вот, она раздвижная, она двигается, как спинки, всё. Выдвигается под размер матраса, даже еще больше выдвигается. Еще больше. Да, можно еще выдвинуть. Да, и там еще выдвинуть, и тут выдвинуть. Здесь вот кучки сделали, да. Шкаф переставили туда. Да, шкаф переставили. Теперь компу тут очень много продыха. Снимать Васин туалет. Ну и что, туалет, ваток ему поставил. Он, кстати, сходил ночью в ваток. Это очень хорошо. Да. Он каждый... такой кальдеру там вырыл такой. Да. Ну, мы меняем очень часто. Да, очень. Я прям в пакетик, пакет на руку одеваю и в печку. Угу. В печку я это сжигаю. Вот. Утилизация. Да. Он чистый такой. Он откушал сейчас. Такая мойка. Картины мы вообще пока туда завозили, некуда. Да. Вот. Я теперь около шифонерки сплю. Да. Как положено. Кстати, я переставил. Да, как положено это. Ноги к окну, а голова к двери. Голова к двери, да. Так же и мир. Да. Как я выгляжу? Я починил. Очень как... хорошо, нормально выгляжу. Я вчера кресло отремонтировал. А то я очень уставший. Да хватит, нормально выглядишь ты, огурчик. А, нет, ты помидорчик, ты ж помидорчики любишь. Да. Вот. Так, все, панель показывай, что-то там наготовил. Да нормально видно? Я еще там макароны поставила. Блин, настройки камеры сбросишь, она теперь нормально снимает. Макароны по-флотски, но я их только поставила. Я, видимо, готовлю на 2 дня, походу. Так, короче, здесь... Суп. Потрошки куриные свойские. Вот. Это гусиные потрошки. Супчик обычный, зелени у меня нету, зато очень полезный. Это соседи там угостили, ну, потрошки. Это, вот я все обрезал, все аккуратненько, все чистенько. Все, одна мяска. Вот. А Вася остаточки отдала целую гору. Он обожрался. Так, а тут что у нас? Так, а тут у нас тушеный картошечек с мясом, с луком, морковкой. Чё ты так тихо говоришь, как бабка старая? Ну я... Нет. Ну, тушеная картошка, это, как ее мясо, морковка. Вкусно. Картошечка мягкая, вкусная. Очень. Такая вся прям рассыпчатая. И тут котлетуськи невероятные. А тут котлетуськи свинина, как ее... 3 ложки муки, 2 яичка, тоже свойские, лучок на терочке, большую головочку, соль и чайную ложечку. Вот, и сейчас еще тушу полный, почти что полный битком. Но это я накрываю, так ничего страшного. Да, так лучше. Да. И вот такой вот самый на земле, наверное, я не могу, не побоюсь сказать, самый... Что, опять пикать? Нет, не пикал, по бурбанку. Самый вкусный хлеб, это рижский называется, но это самый вкуснейший хлеб, какой когда-либо в жизни я вообще пробовала. Это реально, я не... Багет мне понравился, еще это натурально. Это царский хлеб. Рижский. Всем по куське. Необыкновенный. Ну что, всем по куське. Хюрем султан, я смотрю. Сейчас и отдыхаю. Давай, всем пока. Всем пока.